Ежегодно 22 августа в нашей стране отмечается День государственного флага. Впервые трехцветное полотнище было официально поднято в 1991 году над Белым домом в Москве. В этот день на чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР приняли постановление считать полотнище из белой, лазоревой, алой полос официальным национальным флагом России. Триколор заменил в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. Государственный флаг – это символ страны, где каждый цвет несет определенное значение. Сегодня существует множество мнений относительно значения цветов на флаге России, но более популярным остается одно – белый – свобода, благородство, синий – верность, величие, красная – державность и мужество.